Вероника, я с Ванкувера, мне 18 лет. И я лично не хотела на энкаунтер ехать, потому что я уже много раз там была, и просто вера пропала, я не хотела туда ехать, не думала вообще, меня Бог освободит, потому что сколько раз я туда ездила, я свое сердце никогда Богу не открывала. И это самое важное, это Богу полностью сердце открыть, что тебя мучает внутри. Через самое больное тебя внутри. И я когда на энкаунтер поехала, я так свое сердце Богу открыла. Я там так плакала, как девочка. Я никогда в жизни так не плакала. И это... Я просто благодарю Бога. Он меня так освободил. У меня столько радости внутри. У меня просто была такая отверженность. Я вообще не думаю, что я красивая. Я думаю, я самый уродливый человек в мире. Скажу вам правду. И это... Да, и это, я просто когда, я вообще не хотела жить, знаете, я ненавидела свою жизнь, и я так подумала, я у своей сестры спросила, говорю, что мы так с братом, я своего брата так ненавижу, он меня так ненавидит, мы прям, он меня постоянно и унижает, и всегда, you know, и я у нее спросила, она мне говорит, когда мама была беременна, брат хотел, чтобы мальчик был, а я родилась. И он сказал, он меня будет ненавидеть, и он хочет, чтобы я вообще не родилась, и все такое. И меня это так убило внутри. Меня когда сестра сказала, я эту боль держала внутри. Но на энкаунтере я это открыла это Богу, и он меня освободил, он мне столько радости дал. И, слава Богу, что я живая. Аллилуйя.